У нас утро. 10 часов утра. Немножко опаздываем, идем в тренажерный зал. Малик сейчас со мной. После тренажерного зала в российское консульство на получение паспорта. Мама сегодня операция в 2 часа дня, так что у нас мало достаточно времени. Вот, стараемся везде успеть. Малик, как настроение? Нормально. Ты вчера гимнастика у тебя была, да? Да. Мы были наверху. Ага. Самый третий верх. А потом что будет? Завтра будете внизу, да? Да. Завтра они уже переходят в такой гимнастический зал внизу. Да. Да? Кстати, дома не успела выпить приворкаут, так что сейчас буду разводить здесь. Молока не было. Так, сейчас буду разводить. Вот, развела себе. Молоко разбавила с воды, потому что молоко жирное. Я чувствую, что голова не упала. Занимаюсь, у меня сегодня ноги, спина. А Малик вот. Привет. Как дела? Понятно. Я сейчас приседания делаю. Здесь. Делаю приседания сразу, гудморнинг сделаю и икры. Такие три упражнения в одном сразу. Кстати, использую вот такие бинты, потому что у меня коленка недавно начала болеть. Купила как раз себе бинты, вот такие. С Маликой продолжаем заниматься. Маляк, смотри, я занимаюсь, Малик играет. Сейчас сделаю становую тягу. Используя для того, чтобы штанга не падала. Кроме магнезии использую такие вот ремешки, чтобы штанга не выскальзывала. Такие одеваются на руки. Ну и пояс, конечно, для безопасности спины. Можно использовать магнезий. Белый порошок. Да? Все, ладно, продолжаем. А дата выдачи написана 24.04, хотя сегодня 28, но это не важно. Так что все, едем домой. И это будет моя. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart.